Китай готов стать важным партнером Африки и помогать развивать экономическую самостоятельность континента. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. Серьезное намерение Пекина подтверждает тот факт, что страны уже начали совместные проекты. Построены индустриальные парки в трех странах Восточной Африки – Кении, Эфиопии и Танзании. У нас есть не только четкая политическая воля, но и реальные возможности для поддержки африканских стран. В течение десятилетней индустриализации китайцы накопили богатый опыт. Мы обладаем высококачественным производством, современными технологиями и, конечно, возможностью финансовой поддержки. Все это соответствует требованиям наших африканских партнеров. Китайский дипломат также подвел итоги саммита в рамках форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Йоханнесбурге. Во-первых, на встрече утверждена концепция партнерства как взаимная братская помощь и взаимовыгодное содействие. Во-вторых, стороны согласились выйти на уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества. В-третьих, создан фундамент для китайско-африканских отношений. Это политическое равенство, экономические контакты, культурные обмены, поддержка в вопросах безопасности и солидарность в международных делах. Кроме того, определены 10 проектов для приоритетной реализации. Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по деловому сотрудничеству в сфере промышленности, модернизации сельского хозяйства, защиты экологии, увеличения инвестиций получили серьезную поддержку у африканских стран.